Здравствуйте. О событиях региона расскажем в информационной программе «День республики» в студии Гелиана Багаева. Сельскохозяйственные товаропроизводители Калмыкии продолжают бить рекорды. Этому подтверждение итоги 25-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень», по результатам которой сельскохозяйственные организации республики привезли домой 18 медалей, из которых 11 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая. За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства медалями и дипломами награждены агрофирма «Уралан», плодовитая КФХ «Альтаир», племзавод «Улан-Хеч», «Кировский» и другие. Кроме того, наградили золотом и серебром информационно-консультационную службу АПК. Сегодня сельское хозяйство и в целом агропромышленный комплекс – одна из самых динамичных отраслей Республики Калмыкия. Наши животноводы традиционно получают рекордное количество медалей. В этом, безусловно, помогают и меры государственной поддержки, оказываемые Минсельхозом Республики. Постепенно Калмыкия возвращает себе передовые места в России по мясному животноводству, развитие которого находится на особом контроле. Главы региона Бату Хасикова прокомментировал в Рио министр сельского хозяйства Тимур Гаваев. В этом году Целинный район отметил 85-летие. В честь этого на стадионе «Уралан» в селе Троицкое прошли первые калмыцкие спортивные игры в рамках проекта «Страна чемпионов». В торжественной обстановке жители и гостей поздравили представители различных организаций и ведомств. Они отметили важность проведения мероприятия, ведь спорт не только объединяет, но и дисциплинирует каждого человека. Отмечу, проект «Страна чемпионов» начал работу в 2017 году с целью популяризировать здоровый образ жизни и занятия физической культурой. Его основатель – чемпион СНГ по профессиональному боксу Михаил Насыров, который часто посещает регион. Наша задача – создавать среду творческую, спортивную, культурную для открытия и воспитания талантов и нравственных, культурно-нравственных традиционных ценностей. Мы, как взрослые, которым помог очень сильно спорт в жизни, должны показывать эти пути к счастью, к развитию нашим детям, подрастающему поколению. Особенно в таком самобытном месте, где есть такая самобытная калмыцкая культура, очень изящно, очень утонченная она. И обязательно нужно здесь обмениваться. Спорт не должен ограничиваться только своим спортивным пьедесталом. Должен быть наш культурный обмен, духовный. В юбилейную программу спортивных состязаний вошли национальная борьба «Бюкеберлдан», стрельба из лука, гиревой спорт, вольная и греко-римская борьба, показательные выступления по карате, грэпплингу и другим видам спорта. Этот спорт, он мне больше нравится, чем другие. Я хотела на дзюдо, у меня был желтый пояс, но мне там не понравилось. Меня больше тянуло к борьбе. Спорт дает здоровье, я занимаюсь карате, выезжал уже вот... Приехал сюда, был в Ялте. Много где были, ездим. Целинный район – один из развитых районов республики, а край тружеников. В нем дружно живут люди разных национальностей. Район богат талантами и выдающимися личностями. В нашем районе проживает более 35 национальностей. Наш район является самым многочисленным. Более 23 тысяч проживает в районе. Все мы живем дружно, мирно, развиваемся. Наш район является динамично развивающимся. И будем стремиться к улучшению жизненных условий всего нашего населения. Беременные мамы Калмыкии получили памятные подарки. В преддверии праздника, посвященного Дню беременных, перинатальный центр организовал акцию на базе медицинского колледжа имени Хохлыновой. Для участниц выступили студенты с танцевальной программой, а специалисты в области акушерства и гинекологии провели лекции. Будущие мамы получили возможность задать интересующие вопросы профильным экспертам. В мероприятии участвовали также сотрудники министерства, особое внимание уделили мерам поддержки беременных. Священнослужитель Центрального хурула Калмыкии Санал Лама провел молебен для защиты женщин, а также для успешного родоразрешения. Отмечу, с начала этого года в Калмыкии 1216 работающих женщин получили пособие по беременности и родам на общую сумму свыше 131 миллиона рублей. Данная акция, она стартовала в 2022 году в 16 регионах, и с 2023 года все субъекты Российской Федерации подключились к этой акции. Цель этой акции – привлечь и обеспечить бережное отношение каждой беременной мамочки, привлечь внимание вообще к материнству и детству, реализовывать на всех уровнях, на всех направлениях социальной сферы поддержку беременных женщин. В нашем государстве этому уделяется особое внимание и приоритет как со стороны республиканского правительства, так и со стороны президента
нашей Российской Федерации. Хочу сказать, что сейчас на систему здравоохранения возможна очень важная задача не только по сохранению, по сопровождению, по медицинскому сопровождению беременности и последующих родов. На нас возложена и задача по популяризации беременности и родов. Жители и студенты Калмыкии стали участниками красочного фестиваля. Главное студенческое событие месяца прошло на площадке одного из парков столицы. Фестиваль китайской культуры и искусства «Тысяча фонарей» вдохновлен праздником середины осени. Его неизменными атрибутами стали фонари и лунные пряники. Для более 300 студентов организаторы подготовили мастер-классы по традиционной чайной церемонии, каллиграфии, китайским играм, а также развернули фудкорт с национальными блюдами Поднебесной. В этот день выступили активисты главного вуза республики с концертной программой. Каждый желающий смог почувствовать себя настоящим жителем Китая, примерить национальный костюм и насладиться угощениями совершенно бесплатно. Напомню, реализация проекта стала возможна при грантовой поддержке Росмолодежи. Идея проекта пришла, потому что меня очень восхищает китайская культура, мне очень нравится. И поддержала, конечно же, команда правкома учащихся КМГУ и Калмыцкий государственный университет. Очень интересно, очень красивые украшения. Очень приятно, что кураторы, ну те, кто организаторы в костюмах, прямо как будто бы в Китае. И мне на самом деле очень нравится китайская культура сама по себе, поэтому я решила посетить это мероприятие и посмотреть вживую, как могут выглядеть фестивали китайской культуры, ну и прочие моменты такие. В целом мне все нравится. Сохраняя историческую память, в Калмыкии подвели предварительные итоги научной экспедиции в Алтайский край. Ученые собирали сведения о представителях калмыцкого народа, проживавших там в период с 1944 по 1957 годы. За работой сотрудники Калмыцкого научного центра Российской академии наук провели не один месяц. Изучали архивные документы и хозяйственные книги. Проблема заключается в том, что вот в эти годы и в последующие будет истекать срок хранения ряда архивных документов, и есть как бы опасность того, что эти документы могут быть в силу того, что они никому не интересны, что они могут быть признаны не имеющим исторической ценности, эти документы могут быть уничтожены, соответственно, можем полностью утратить эту информацию и больше нигде ее не найти. Поэтому для нас это крайне важно, эту информацию зафиксировать еще до того, как она будет утилизирована, как она будет актирована, и установить таким образом, во-первых, районное расселение калмыцкого народа в период депортации, по возможности выявить их полные списки всех жителей по конкретным селам и понять, каковы были условия их жизни. Отмечу, прошедшая экспедиция лишь первая из ряда запланированных. По словам ученых, период депортации все еще остается белым пятном в истории Калмыкии 20 века и потребуется немало времени и усилий, чтобы восстановить все данные. Она проходила два этапа в прошлом году, сентябрь-ноябрь 2022 года, и в нынешнем году это июль-сентябрь месяцы, вот только недавно мы вернулись, в составе 4 человек в этом году. В прошлом году было 2 человека, 2 сотрудника, и проведена была работа очень большая, как уже сказал Таш Борисович, практически во всех районах побывали. И работали где-то около 200 сельсоветов. Просмотрено было на сегодняшний день огромное количество по хозяйственных книг. Пока только ведется сейчас этот расчеты. Сейчас не можем сказать, сколько конкретно было по хозяйственных книг было отсканировано и просмотрено, но я хочу вас уверить, что это было огромное количество. Предстоит большая, кропотливая работа, детализация. Это уже будут проводиться и демографические исследования, и социологические, и статистические исследования по изучению этих всех сведений, которых вот мы по итогам нашей работы получили. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21 кнопке в аппете в зеленой точке и Ростелекома, на сайте kalmtv.ru, а также на официальных аккаунтах во ВКонтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго. До встречи в эфире.